План по нацпроекту «Культура» выполнен в полном объеме. Заместитель министра профильного ведомства высоко оценила проделанную работу в Ярославском регионе. Встреча в Москве состоялась по поручению губернатора области Дмитрия Миронова. В ходе беседы заместитель председателя правительства Ярославской области Роман Колесов и Ольга Ярилова обсудили дальнейшие пути развития. Так, разговор коснулся ремонта Ярославского ТЮЗа и художественного училища. Еще год назад Владимир Мединский, занимавший на тот момент пост министра культуры, в ходе своего рабочего визита порекомендовал юношескому театру поучаствовать в нацпроекте «Культура» и преобразить здание. Также в рамках встречи особое внимание уделили реставрационным работам храма в деревне Хопылево. В этом году на родине адмирала Ушакова планируется с размахом отметить 275-летие со дня его рождения. К слову, фестиваль, названный в его честь, проводится ежегодно, а сам комплекс хотят расширить, чтобы там был детский лагерь и возможность проводить мероприятия. Говорили и о необходимости реставрации Спаса Преображенского собора в Переславле-Залесском и памятника Александру Невскому. А также обсудили вопрос строительства общежития для Ярославского театрального института. В этом году на реализацию национального проекта «Культура» было выделено почти 70 миллионов рублей. В этом году необходимо 80. Будет ли при начислении средств учитываться успешная работа в регионе в направлении «Культура», пока неизвестно. Поблагодарю вас за 2019 год. В национальном проекте вы справились со всеми задачами, все запланированные мероприятия были выполнены. Поэтому за это вам большое спасибо. Думаю, что в лице Ярославской области мы можем видеть абсолютно надежного партнера. Думаю, что коллеги меня в этом поддержат. Надеюсь, что и дальше наша работа будет выстраиваться в таком же тесном и эффективном взаимодействии.